И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на экстеншене. Сегодня мы наконец-то разбираемся с мехами, а точнее соберем меха. Соберем меха простого, понятное дело, не мега-меха, потому что, ну извините, его только можно на альфа-короле собрать. Ну там сюжет, все дела, только при убийстве босса можно собрать. Вообще, я думал, что можно при любом боссе, оказывается, только при альфе. Ха, прикол. Ну и в этом суть. Сейчас мне нужен мех. А, ну и из изменений... Полетел за дропами от Санта Раптора, ой, Раптор Клауса, вот это вот. Дроп один забагался куда-то, улетел под землю, а я так как не видел, то есть куда он упал, я подумал, может он упал за купол, это было в пустынке. Перед тем, как подлетать к куполу, меня подлагивает. Я вылетаю за купол, вылетаю за пределы, разлагиваюсь через пару секунд, просто чисто в смерти. Вот, поэтому, собственно, у меня и вот этот имплантик здесь у меня и лежит. И, ну, и, соответственно, топежа тоже сразу же откинулась. Притомил Птера, чтобы был, вот, и вполне нормально. Конечно, знаешь... Вот реально, после топежа Птер неудобный. Топеж, вот это лево-право, вот это все мне как-то более привычно. И такое ощущение, что Птер медленнее летает. По крайней мере, такое ощущение. В целом, топежа быстрее летает. Но это дикие. Черт его знает, что, когда, где. Ну да, не будем с этим сейчас заморачиваться. Если вы знаете, что как более точно, можете написать в комментариях. Это понятно, да. Скидываем все, что надропалось. Кстати, что у нас в итоге из тебя получится? Ну, такое себе бывало и получше. Так, что я спустился-то? Погнали наверх. Пам-пам-пам. Создаем неразвернутого меха. Рецепт неразвернутого меха, это выпал у меня с того дропа, который я просто так налутал, вот, и тот, который я лутал на стриме, он хуже. Здесь 207% хп, 207% урона. Зачем я тебя выключил, кто мне скажет? 20 мне не надо, мне нужен всего лишь один. Отлично. Благодаря бонусу навык изготовления... Бляха-муха, я же хотел перед тем, как создавать, сделать сброс статов и потом уже состряпать. Но, благодаря тому, что у меня навык изготовления дофига, вот, у меня он все-таки состряпался 240% здоровья и 247% урона. Ну ладно, хотя бы так. Что поделаешь, раз затупил, тут как бы ничего не скажешь. Уже это что я там сдропнул такой? А, это я сдропнул имплант. Бегал на Роксуне. Лутал металл, то есть я на анкилке сгонял туда к лесному этому, ну и соответственно, где вызывать лесного, и там подлутал металл. Вот такой мех развернулся, появляется махом, то есть как инфорсер разворачивается. Да, у меня аж стоит автозакрытие. Автооткрытие у меня... Так, погоди. У меня аж автооткрытие выключено. Да, пролазит, кайф. Так, что у нас по топлику? Топливо 100%. А, так они все-таки прокачиваются, да? Они все-таки прокачиваются, вот это кайф. Так, топливо. На пробел прыжок. Правая кнопка мыши это меч. Левая кнопка мыши это стрельба. Пиу-пиу-пиу. То есть зажимаем и начинаем стрелять. Один раз нажал, он три раза стрельнул. Один раз нажал, он три раза стрельнул.
и удар мечом. Ну, в целом неплохо. О, Рес тоже собирает огонь. Огонь. Мне однозначно нравится. Мехи, конечно, это прям... Это прям, как бы не сказать, новая стадия такая игры, когда ты понимаешь, что это прям такой некий кайф. Единственное, что я не знаю, когда он помирает, рецепт у него появится, дропнется или же нет. Насколько я понимаю, он не получает урон. Да, он урон не получает. Зато я вот за что-то сейчас получил урон. Брони у него нету. Броня у него 0. Модули на броне у него нету. У него... Вот, кстати... Кстати, непонятно почему. Могли бы сделать какой-нибудь модуль на броню. А может, эти модули дают ему какую-нибудь броньку? Ну, что вряд ли, конечно. Этот ракета запускает. Не, ну это турельки. Этот большой ракету можно что, ну то есть, чтобы оглушать этого боссов вот этими ракетами, артиллерийный снаряд, это вокруг себя. Кстати, слушай, наверное, этот модуль есть смысл поставить, если он вокруг себя будет убивать всех, это будет круто. А вот броня двадцатка, броня двадцатка, броня 0 и броня 0, да, вот этот, если вставишь, он появляется броня двадцатка. То есть, если в тебе нужен чисто, то есть, повоевать вот таким, это, конечно, закончилось, стоп, поместите... А, я стрелять теперь не могу. Так, я понял. Бить я могу без элемента. Отлично. Лететь не могу, но прыгать могу. Слушай, без элемента он тоже нормально функционирует. Я думал, вообще просто встанет и все, типа. И без элемента он, короче, ничего никак. Но, клево. Теперь в плане прокачки. Или он не прокачивается? Вот это потому, что я смотрю, стоит на месте, он, по ходу дела, не прокачивается. Это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. Потому что, честно, я рассчитывал на то, что он будет как инфорсер, он будет прокачиваться со временем. Но нет, он не прокачивается со временем. К сожалению. Ходит быстро, кстати, прям кайфово. Так. О, аж двоих сразу же. Классно. Ходит быстро, бьет сильно. Да, Дилка все так же наносит вред. Это, конечно, отвратительно. Но попробуем на мехе задефать. Задефать синий... Не, не синий, фиолетовый. Фиолетовый дроп. Так. Насколько ты... Не, ты просто паришь. Ты, получается, так, типа, быстрее ходишь, ты просто паришь. Понятно. Ой, ну, да-да, хасарян. Он не взлетает высоко, он просто, получается, ну, для лучшего маневра, скажем так. То есть ты вот так вот взлетаешь, только я смотрю на перегреве, он вообще не хочет взлетать. А пока у него ноги. Сейчас как грохнулось! Ну, встал на забор, и на том хорошо. Сейчас как откатится нагрев, я смогу взлететь. Сейчас попробуем дроп задефать. Я вызову все-таки пару рексов возьму. Самца, самку, понятное дело. Кстати, я их всех переименовал. В 1, 2, 3. Рек 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для того, чтобы я смог их легче находить. Ну давай, блин, взлетай уже. Оп, отлично. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот так посмотрите. Раз дроп, два дроп, три дроп. Ух, красота, блин. Он тут только что упал. Этот у нас получается желтенький, я не хочу его дефать. И что-то гляну еще. Тут вроде бы должен быть красненький тоже. Ёшкин кот. Ну, по идее, вот этот подефать нужно лучше, но... Нет, здесь края. Туда у меня Динесы будут падать, и все в таком духе. Ну а здесь серное озеро. Вот и как вот дефать? Ты просто, получается, вот дефаешь вот здесь, вот серное озеро.
А здесь они просто будут спадывать туда вниз. Ну, клево называется. Просто замечательно. Везде все через жопу. Тоже такое прям. Перед тем, как дефать, лучше задуматься несколько тысяч раз о том, а стоит ли оно того. Блин. И, кстати, да, в первой части видео звука не было из игры, потому что у меня винда обновилась, точнее, обновились драйвера, и Бандикам решил не захватывать звуковую карту. То есть он вообще решил просто звук не захватывать, благо хоть микрофон захватывал, но микрофон-то я смотрел, а вот на звук игры обратил позже. Такая вот фигня. Ладно, пофигу. Облетел карту, ничего не нашел. Вот это я точно в соло не задефаю. О, дропается. Потому что они будут падать вниз, а обойти я не смогу, так как кругаля большой нужно давать. И, соответственно, что? Правильно, дроп раздропается. Ну, то есть он исчезнет. На серных кучах я не хочу дефаться, потому что какая-то там шопа полная. Поэтому буду пробовать все-таки, наверное, желтый. Ну или тот сначала проверить, что там за дроп. Как-то не по-тупому попадали. Ой, а тут фиолетовый упал. Ну, короче, погнали к красному. К желтому, короче. Ах, какая гадость. Очкую я реально, я очкую фиолетовый дроп дефать. Я прям очень сильно очкую. Так, только мне что нужно? Мне нужно поставить... Вот так, вот так. Кстати, вот эту фигню состряпал. Я так и не понял, как она работает. Нужно будет потом разбираться. Так, вот так. По старой методике. Сейчас бы еще вот в этом жирничье бы не заставить. Вообще было бы хорошо. Так. Дропаем вот это. Включить барьер. Включаем на 3. И... вызвать меха. Попробуй сначала просто на мехе подефать. Включить авторемонт. Ну, включить авторемонт. Я не знаю, что это. У меня просто, по ходу дела, за щитом появился. И... А, кстати, стоять. Его убрать надо.
Такс. И что у нас вот надропалось? На этот раз я сразу включил микрофон. Не протупил. Включил же, да? Да, включил. Что у нас тут надропалось? Сразу говорю. Нифига неудобно. Очень, очень тяжело управлять. Но опять-таки же из-за того, что, наверное, я первый раз управлял в целом мехом. Вообще, в целом, реально прям первый раз управлял мехом. Ну, так что в боевых условиях. То есть я как бы за кадром-то просто так побегал, да, побегал. Но что толку-то от того, что я просто так побегал. И что у нас тут опять надропалось? Ну, понятное дело, это желтый луч. Здесь всякая шляпа надропалась. Ну, типа осколки элемента и говнорецепт. Ну и куча опять этих капсул, мать их за ногу, чтоб их, блин, зараза. Ну да. То есть дроп вообще прям конкретно ни о чем, и это логично. Я бы даже так сказал, вот здесь вот у меня вот по поражудам наростом, и то побольше по качеству. Ну и элемент сожрало прям очень сильно немало. О, это тебя так расконоебило, ну да бог с тобой. Кстати, на что тут у нас щит включать? Вот. Нажимаем на C по дефолту, и включается щит. Через этот щит нельзя прострелить. Вот, и, соответственно, это для дефа территории. Кстати, заметил такую фигню. Типа, когда ты нацеливаешься, то есть ты входишь в прицел, тратится топливо. А сейчас почему-то оно не тратится. Интересно, что за нафиг? Ага. Вот так не тратится. Нет, это он тратится топливо просто, когда я стреляю дофига. И ясно, вот куда я весь элемент свой срал. Но стрельба — это дело такое, на нее всегда тратишь очень сильно дофига. Кстати, что, пилотирование меха. Да. Ты что, дурной, что ли? О, вот никогда этого не понимал. Почему Дина на тебя агрится, даже когда ты сидишь на мехе? Какого фига? Чё за безумные создания? Ужас. Ладно, погнали, еще один дропик задефаем. Сейчас, надеюсь, на красный. Надеюсь, что найду красный. И его попробуем задефать. 20, я думаю, мне будет достаточно. Отлично, нашелся дропчик. Только что упал. Буквально прошло секунд 150-250 примерно. Я смотрю просто по фотам. Так что очень даже хорошо. Красненький дропик. На нем и проверим, что я смогу сделать. Но, соответственно, я буду вызывать себе рексов. Это прям обязаловка, потому что здесь уже я чувствую, прям будет жопешня и еще да редкостная. Так, и у нас поведение агрессивное. Отлично. И номер. Ну, кто у меня? Да давай номер два, чё? Вы у меня тут это. Отлично. Как родоначальники великой династии.
Макс. Звук вернул. Отлично. Опять забыл звук вернуть. Запись включал, звук забыл вернуть. Ну, в целом, пока что мне нравится. Но, черт побери, неудобно. Честно? Если честно, то на моем велике я точно так же мог и Виверн сбивать, даже еще было в чем-то легче на велике тусоваться. Вот, если уж совсем честно. Экс, жопа перевес. Поэтому как бы сложно сказать. Мех, конечно, это прикольно. Но, блин, они, черт побери, неповоротливые. Прям до безумия неповоротливые. Ну, сами видите, какие здесь ресурсы и что здесь вообще мне надропалось. О, какой-то мех дропнулся, отлично. Так, здесь ничего. Здесь надо будет подождать, пока он восстановится. Потому что щит на щиту урон нанесли. Так, я лучше так встану, нафиг. Ну, как бы опять-таки же. Ну такой. Вот, если честно, понадропалось. Давай посмотрим, что тут за мех мне дропнулся. Где там рецепт на меха? Я видел рецепт на меха. Давайте рецепт меха. Ого! 172 левел, 260 хп, 173 дамага. ХП больше, дамага меньше. Полимера хватает на создание. Ну, как бы такое себе. Урона, вот, вот урона мне как раз-таки не хватает. И с одной стороны, можно поставить... Нужно бы затестить, как будет работать мех с другим модулем. Не модулем на броню. Сколько у меня там? 66 элементов? Ну, да, да много элементов. Ну, в смысле, я мало элементов потратил. Вот это кайф. Вот, надо потестить другие модули. Чё я буду, то есть, как я буду дефаться с ними. Так. Ладно, сейчас растепаюсь и посмотрим. Да уж, резов это говно требует, особенности металла прям дофигища. Цементная паста, металл. Решил состряпать 20. Ой, ой, как начало создавать, аж залагало. Решил состряпать 20 штук ракет и посмотрим, что будет. И, кстати, на стриме, который я оставлял телепорт, он исчез. Он исчез. По ходу дела, когда дроп дропнулся, он этот телепорт вместе с барьером мне сломал. Короче, мне еще так барьер нужно создавать. Ну-ка. Угу. Да уж, короче, я лучше руками, наверное, буду его бить. Ё-моё, вот его там-то наёбит ужас просто. Ну, погнали, посмотрим, что вообще из себя это представляет. Ну, по крайней мере, из того, что я увидел по видосам, это, ну, как бы такое себе. Не стоит на тех ресурсов, которые на них тратишь, скажем так. Так, ставим такой модуль. Закидываем все ракеты. Конечно, да, весят они 0,5, но ресов требует 1 025 000. Броня, соответственно, сразу же становится в говне, как бы не сказать хуже. Вот. Ну и давай, ну, надо толпу какую-нибудь найти. Блин, я не помню, где я дефал. Я там дефал, вроде бы я там дефал. Ну, соответственно, да, вот этот у меня появился и все, и кирдык, короче. Ну, пофигу, новый так щит создам, это не проблема. Ну и... Ой. Да уж, вот еще один минус. То есть ты как бы на теке не везде, ну, на мехе не везде пройдешь. Тоже как бы стоит это учитывать. Сверху написано 20 ракет, я могу заюзать их, окей. Но я пока что не хочу. Блин, ну юзать так там, где дофига будет минусов. Вот, к примеру, здесь. И вот это вот и все. Вот, то есть,
Если что, вот так вот примерно наносит тот же самый урон. Ну, как бы вообще прям ни о чем. Так, а если, допустим, запустим вверх? Ну, то есть они улетели вверх. То есть куда ты смотришь, туда он и стреляет вот это вот, выпускает трое вот этих ракет. То есть, к примеру, туда. Половина из них в землю сейчас воткнется, половина туда-сюда, короче. Вот из всех ракет я запустил столько урона. Ну, в общем, урон мечом запустил, скажем так. В нескольких только. Короче, шляпа. Да, под себя бабахнуть это, конечно, неплохо. Но это не столько леса должно стоить. Да. То есть вот так вот под себя попахаешь. Ну, камон. Я под себя и ударить могу так же. Да, не всегда, но я могу отойти и ударить. Ну, вот и как бы и в кого я попал, да? Во, отлично, в троих попал. А если вот так вот пострелять по земле, то что-то как-то урона наношу столько же, а то и больше. А если еще и попаду, так вообще огонь. Короче, этот модуль что-то мне вообще не нравится. По крайней мере, урон от него как от говна. Да, возможно, нужен апгрейженный модуль. Но эти модули, по ходу дела, дропаются только, когда ты убиваешь боссов. Эндгейм, короче, да? Ну, классно. То есть, мне он нужен сейчас, а я получу это только в эндгейме. Ну, как бы такое себе. По идее, это и есть эндгейм девайс. То есть, когда ты должен получить что-то хорошее, а в итоге ты получаешь вот это. 82 урона в медведя. Когда у тебя по дефолту и не тратящие ресурсы фигня отнимает у них по 900 урона. Вот, классно, да? А я с помощью этого говна даже не факт, что попаду в кого-то. Не, вот под себя, это да, это классно. В каком-то узком пространстве это здорово мочить. Но вот, смотри, у меня же еще не закончились ракеты, не закончились. Давай. Так, подожди, я тебя сейчас завалю им все-таки этими ракетами. Так, 300 урона, кайф, давай еще. 400, кайф, давай еще. Последний, давай, давай, еще две ракеты, я тебя все равно завалю ими. Да мне плевать на тебя. Да пошел ты, короче, у меня ракеты закончились. Чтоб тебя, собака. Ну, в общем, да, ракета такой себе. Ну, а артиллерийский заряд мы посмотрим, когда я буду томить всех по очереди. Всех по очереди этих, как там их, титанов. Такая вот фигня. В общем, мех — это прикольная штука. Это, я бы даже так сказал, очень прикольная штука, но не всегда, так сказать, нужная. Пиу-пиу-пиу. Класс. Ну, классно же. Просто. Хух. Огонь. Огонь, огнивище, огниво. Да, надо было вот на вот последний этот оставить ракетку, чтобы запустить, чтобы посмотреть, как от третьего лица это все дело выглядит. По красоте. Вот такие вот дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Я там даже рукой махаю, пытаюсь. Меня не видно, но я там махаю рукой. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно же, делиться мои видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.